Как обычно в это время в эфире телеканала ТНТ «Армавир» информационная программа «Твои новости». В студии Марины Бартынева. Здравствуйте. И вот лишь некоторые темы выпуска. В Армавире сохраняется высокая пожароопасность. Специалисты рекомендуют быть осторожными в обращении с огнем. Об этом подробнее Дарья Топчива. 13 августа на городском водохранилище был обнаружен труп 33-летнего мужчины. По версии следствия, он утонул. Подробности происшествия смотрите в выпуске новостей. Выезжая отдыхать к водоемам, всегда нужно помнить о мерах безопасности. О том, как не стать жертвой несчастного случая, расскажет Анна Тулинова. Новый литейный цех и новые заказы на испытания техники для российской промышленности. О своих планах по развитию производства руководители некоторых армавирских заводов рассказали главе города во время его рабочего визита на предприятие. Все подробности в первом материале выпуска. На территории завода испытательных машин к концу этого года будет построен цех точного литья. Сейчас здесь идет реконструкция уже имеющихся площадей, готовится территория под новое строительство. Уже закуплены топливные печи и мостовые краны. Инвестор проекта – Аполлинария. Ее генеральный директор Сергей Сим поделился с главой Армавира своими планами по расширению сферы деятельности предприятия. Выливать здесь будут детали для машиностроения. Их механическую обработку планируют делать силами токаря-фрезеровщиков завода «Зим-Точмашприбор», которая находится в непосредственной близости. Здесь, говорят, работы хватит всем. Здесь вспомогательное оборудование будет стоять, основные печи и формовочная линия будет стоять в новом. Она, я бы не сказал, пристраивается. Отдельно стоящее. Ваше здание 36 на 72 объемов. Сейчас. Будет еще одно. То есть это практически еще 3000 квадратных метров площадей там будет. Будем планировать на трехсменную работу, где-то человек 160-200. Должно у нас работать. А такие специалисты есть сейчас? Привлекаем. Это именно литейщики? Литейщики, да. Есть еще старая гвардия, будем говорить, которая работала на зиме. Едва ли не уникальное и довольно редкое оборудование сегодня находится на заводе «Зим-Точмашприбор». Машина силоизмерительная. В стране таких всего 11, а в Краснодарском крае она и вовсе единственная, говорит директор армавирского филиала Центра стандартизации Александр Оглотков. Агрегат используется при градуировке, калибровке и поверке взвешивающих устройств, применяемых в составе систем дозирования сыпучих и жидких материалов в технологических линиях. На предприятиях металлургической, горнодобывающей, обогатительной и других отраслей промышленности. Восстановили практически все изношенные детали, что очень редко. На многие заводы обращались, отказывались делать такое. Прямо на зиме помогли? Да, отказывались заводы делать такие детали, не в состоянии. Зимовские пенсионеры, которые здесь еще сохранились, это все сделали. То, что начали поэтапно восстанавливать, пусть даже с мелочи и восстановили уникальное оборудование, но это радует, конечно. Во время рабочего визита на предприятие глава Армавира Андрей Харченко подчеркнул, что без реального плана действий в условиях жесткой конкуренции на мировом рынке выжить невозможно. Поэтому администрация Армавира совместно с краевыми властями значительные силы направляет на сохранение отечественного производства. Тем, кто не сидит сложа руки, проявляет инициативу, глава Армавира пообещал оказывать всестороннюю поддержку, если таковая потребуется. Александр Ефанов, специально для службы новостей Армавира. Пожароопасность в Армавире, по оценкам специалистов, продолжает оставаться относительно высокой. Причина тому – сухая и ветреная погода, установившаяся на Кубани в последние недели. Как уберечь свой дом от огня и не стать виновником пожара, узнавала Дарья Топчиева. Неосторожное обращение с огнем и курение в рейтинге основных причин пожаров. А в связи с сухой и ветреной погодой вероятность возникновения и распространения возгорания возрастает в разы. Засуха плюс ветерок подхватывают небольшие искры даже от костра или от сигареты, и происходит распространение пожара на другие здания, строения, от чего страдает не только строение самого виновника пожара, но и соседние надворные в основном постройки. В Армавире за последний месяц произошло 3 случая, когда от пожара пострадало не только имущество виновников возгорания, но и их соседей. Наказание для некоторых лиц не ограничилось разъяснительными беседами, а приняло куда более серьезный уголовный характер. Впрочем, если говорить о статистике, то за прошедший период этого года по сравнению с аналогичным прошлого количество пожаров, как и пострадавших, уменьшилось. В этом году у нас произошло на территории города Армавира 53 крупных пожара, а в прошлом году 65 крупных пожаров.
Ну и также происходит снижение количества погибших людей в этом году. У нас 4 человека, в прошлом 7. И по травмированным то же самое наблюдается снижение. Чтобы из искры не возгорелось пламя, курильщикам необходимо внимательно отнестись к месту для курения и тому, куда будет брошена непотушенная сигарета. Собственники жилья должны вовремя производить уборку сухой растительности и ни в коем случае не разводить костры. Дарья Топчева, Александр Жирелиев, служба новостей «Армавира». Программа модернизации здравоохранения успешно работает в Краснодарском крае. Ее положительное действие на себе испытывает Армавир. Большая часть городских медучреждений уже отремонтирована и оснащена современным оборудованием. Нововведение в перинатальном центре увидела наш корреспондент Наталья Полякова. Валентина Михайловна, старшая акушерка родового отделения, готовит зал к поступлению будущей мамочки. Опытный специалист, как никто, знает, как правильно организовать роды и успешно принять малыша. Этим акушерка занимается вот уже более 40 лет. Мы накрываем стол индивидуальным одноразовым комплектом, который предназначен только для одной женщины. Обеспечены мы всем, начиная от одноразового материала, вот, значит, комплекты на роды. И заканчивая предметами ухода, медикаментами, все у нас есть. Женщины ничего не покупают. Все это происходит за счет учреждения. Родзал рассчитан строго на одну мамочку. Здесь, кроме специального оборудования, находится койка, отдельный душ и туалет. На каждых родах присутствует более 5 специалистов, двое из которых – врачи. Всего в Армавирском перинатальном центре 10 таких родзалов. Сюда приезжают женщины также из ближайших районов и даже соседних республик. Родильные залы нашего отделения оснащены практически всем современным оборудованием медицинским для оказания качественной, квалифицированной, специализированной помощи как женщинам, так и первичной реанимационной помощи новорожденным. Все виды помощи, оказываемые в нашем родильном отделении, оказываются абсолютно бесплатно. Так что женщинам, поступающим к нам на роды, абсолютно не стоит переживать по поводу финансового вопроса, связанного с родами. Кроме родзалов, оснащенных современным оборудованием, в перинатальном центре есть и реанимация для новорожденных, куда в случае необходимости ребенок отправляется сразу же. Работа здесь не из легких, признаются медсестры. Это огромная ответственность и особый уход не просто за новорожденным, а за совершенно беззащитной крохой. Чаще всего в реанимационное отделение попадают детки с низкой массой тела. Так, недавно пациентом отделения был 800-граммовый малыш, а через 2 месяца он уже весил около 3 килограмма. Детям у нас, значит, каждые 3 часа проводится мониторинг. То есть это у нас ЧСС, сатурация, артериальное давление измеряется, температура и диурез. Обрабатываем кожу, глазки, обрабатываем его, втираем молочком, меняем памперс, кормим по назначению врача через зонд. Наши дети выхаживаются, набирают в весе, начинают сами кушать, и это самое главное. Таких результатов не было, если бы не современное оборудование. В реанимации находится 9 аппаратов искусственной вентиляции легких, а также имеется система офтальмологического контроля. Таких в стране всего 4. Наше отделение создано в 2008 году. Работает успешно с этого времени, оснащено самыми современными аппаратами для выхаживания детей с экстремально низкой массой тела, недоношенных детей и деток, рожденных в тяжелом состоянии. У нас в этом году вылечено более 200 детей, из них 6 детей, рожденных с весом до килограмма. После малыши поступают в отделение патологии новорожденных, где продолжается их лечение. И уже потом крохи попадают домой. Наталья Полякова, Станислав Чинский, служба новостей «Армавира». Правительство обсуждает возможность повышения взносов граждан в пенсионную систему. Если это произойдет, дополнительные средства пойдут в добровольный пенсионный фонд, а система обязательного накопления будет отменена. Сейчас работодатель перечисляет 6% от заработной платы сотрудника, если он родился позже 1967 года, в накопительную пенсионную систему. Эти средства, согласно новым предложениям, будут направляться в страховую часть пенсии, то есть на выплаты нынешним пенсионерам. Работник при этом будет участвовать в добровольной пенсионной системе. Он сможет 3% от своей зарплаты перечислять в негосударственный пенсионный фонд. Еще 3% будет перечислять его работодатель. Государство в рамках системы софинансирования пенсий также будет добавлять 3%. Нововведения грозят ростом налоговой нагрузки на россиян. Они будут вынуждены отчислять больше на накопительную часть пенсии, сообщает интернет-портал «Югополис».
Убила кухонным ножом. В ходе распития спиртных напитков армавирец стал жертвой 31-летней женщины. Напомним, случилось это вечером 31 июля, когда в компании молодых людей завязался конфликт. Закончился он поножовщиной. Женщина призналась содеянным и рассказала на следствии, как все произошло. Продолжит Наталья Полякова. В кабинете следователя 31-летняя армавирка ведет себя непринужденно и, похоже, совсем не переживает о случившемся и даже о том, что в ближайшем будущем ее ждет перспектива 15 лет заключения. На следствии она подробно рассказывает о том, что произошло в тот июльский вечер. По словам женщины, они с сожителем отдыхали на городском пляже, после чего решили продолжить и отправились на улицу Мира, где встретили компанию выпивающих людей. Вы что конкретно выпивали? Пиво. Вы сильно опьянели от выпитого пива? Нет. Ну, вы адекватно воспринимали, да, все происходящее? Да. Что происходило в ходе распития? Конфликты были, просто мирное общение было? Ну, Таня стала ругаться с Викой. Там оскорбления, маты были друг другом. Из-за бутылки джин-тоника. То, что она джин-тоник пила, потом еще подходила, забирала у нее пиво. Мухин, короче, полез на Тане драться. Сергей поднялся, заступился за него. В результате погибший ударил заступника. Тот упал и потерял сознание. Подозреваемая решила вмешаться в конфликт и заступиться за сожителя. Между мужчиной и женщиной завязался скандал. Он стал меня оскорблять, я его. Мухина? Да. Потом достал ножик и ударил его. Просто хотел вначале испугать его. Я не думала, что ему. А своим ударом вы хотели причинять смерть ему? Нет. Или просто хотели остановить? Просто хотела остановить. В шоковом состоянии находилась. Я вообще только аж 3 числа в карантине отошла. О том, как это произошло, женщина подробно рассказала и показала следователям на месте происшествия. Нож, которым она нанесла ранение, был куплен в этот же вечер для бытовых нужд, пояснила подозреваемая. Однако по назначению использовать его не успела. С места происшествия женщина не уходила, дождалась сотрудников полиции. Вместе с ними она отправилась в отдел, где дала признательные показания. А пострадавший скончался в больнице. Данная женщина дала признательные показания по уголовному делу, подтвердила данные показания на месте совершения преступления, на манекене продемонстрировала, как она наносила удар ножом. Армавирским городским судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и она в настоящее время находится в следственном изоляторе города Армавира. Данной женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренной частью 4 статьи 111. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет. Наталья Полякова, Станислав Чинский, служба новостей Армавира. 13 августа на берегу городского водохранилища был обнаружен труп 33-летнего мужчины. Об этом сообщили в Армавирский следственный отдел СКР. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе опроса спасателей было выяснено, что мужчину из воды извлекли уже мертвым. Погибший вместе с братом и товарищем утром 13 августа пришли на водохранилище половить рыбу. Закинув удочки, они начали распивать спиртное. В это время снасти запутались. Мужчина решил исправить ситуацию, но не смог. Молодой человек утонул. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра места происшествия был обнаружен данный труп. Труп на момент осмотра находился на берегу. Труп был обнаружен недалеко от пункта спасателей, расположенных на водохранилище. В настоящее время по материалу проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, которая скажет причину смерти данного мужчины. Но на момент осмотра каких-либо повреждений на теле обнаружено не было. С начала года в крае на водоемах погибло 166 человек, из них 10 дети. Наш корреспондент Анатолий Нова расскажет о том, как не стать жертвой несчастного случая и о правилах поведения во время водного отдыха. Главная причина несчастных случаев в водоемах – это употребление алкоголя. В состоянии опьянения человек не способен полностью контролировать свои действия. Некоторые, зайдя в воду, просто падают и засыпают. Но это не единственная причина трагедий. Уверенные в себе пловцы норовят попасть в забуйковую зону, что далеко не безопасно. На Армавирском водохранилище работает служба спасения. Ее сотрудники постоянно начеку. У нас есть катер, спас-жилеты, спасатели, аттестованные, отученные. Они производят обеспечение безопасности на воде.
Чтобы не стать жертвой несчастного случая, необходимо помнить о мерах безопасности. И вот некоторые из них. Не оставляйте своих детей без присмотра, не купайтесь у обрывистых берегов, в местах сильного течения рек, в болотистой и заросшей растительностью местности, не игнорируйте знак «Купание запрещено», не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения. Мы спросили у армавирцев, знакомы ли они с мерами безопасности на воде. Прежде всего, чтобы все было нормально на воде, нужно хорошо плавать, соблюдать технику безопасности, ну и не плавать на забуйки. На Армавирском городском водохранилище установлены специальные щиты, на которых можно подробно познакомиться с правилами поведения во время отдыха у водоема. Анна Тулинова, Александр Жирелеев, служба новостей Армавира. По искам прокурора правоохранители проверили работу судебных приставов за первое полугодие текущего года в Армавире. В действиях госслужащих по направлению контроля за пожарной безопасностью застройщиков многоквартирных домов выявлено большое количество нарушений. Нормы законодательства об исполнительном производстве приставами не соблюдались. В действиях приставов усматривается халатность, непринятие всех мер, установленных законодательством. По результатам данной проверки на начальника управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю прокуратурой города было внесено представление. Еще одну проверку сотрудники прокуратуры провели в рамках соблюдения исполнительного законодательства органа по взысканию налога и платежей с физических и юридических лиц. У пристава выявлен ряд нарушений. По данному факту прокуратура Армавира подготавливается представление. Внимание, розыск! По подозрению в совершении преступления делом МВД России по городу Армавиру разыскивается Шамиль Мухуев, 1991 года рождения. В настоящее время данный гражданин скрывается от органов следствия. Приметы подозреваемого. На вид 25-30 лет, рост около 165 сантиметров, среднего телосложения. Правоохранители обращаются с просьбой ко всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить в дежурную часть отдела МВД, либо по телефонам 4-53-74, 3-20-02 или 02. В Армавире обсудили вопросы развития шахмат. В городе прошел расширенный президиум общественной организации «Шахматная федерация». Участники заседания рассмотрели достижения за прошедший учебный год и наметили задачи на следующие. Так планируется, что в октябре в Армавире состоится открытый турнир на Кубок главы города. Также участники президиума отметили необходимость уделять внимание развитию шахмат в отдаленных населенных пунктах. По окончании заседания состоялся блиц-турнир, приурочили его ко дню физкультурника. В соревнованиях приняли участие иногородние шахматисты из Черкесска, Краснодара и Лабинска. По итогам турнира первое место занял Заур Текеев из Черкесска. На втором месте оказался армавирец Левон Даниилян. На третьем также наш земляк Армен Мартиросян. Лучшие среди женщин стала Валентина Онищук. Среди ветеранов Эдуард Айропетян. Среди школьников Георгий Кванин. Тыкву-гиганта вырастили в Новокубанском районе. На участке семьи Рязанцевых красуется оранжевый овощ весом в 50 килограммов. Что это? Результат многолетних опытов или неожиданное чудо природы? На этот вопрос искала ответ Дарья Топчева. Такую тыкву не увидишь на торговом прилавке, да и на своем участке встретить подобную 50-килограммовую красавицу Зинаида Рязанцева вместе с сыном Андреем никак не ожидали. Хотя на земле и работают больше 20 лет. Выросший плод, обхват которого составляет 170 сантиметров, стал большой неожиданностью для всей семьи. Пошла на рынок, взяла пакеты вот этих всех семян, ну и посадила. Вот обрабатывали мы ее. А так ничем не подкармливали, ничем. Она сама абсолютно выросла. Ну вот, Божий дар, наверное, нам подкинул вот такую тыкву хорошую. Мы все рады. Интересно, что из всех купленных семян зашло только одно, которое и выросло во впечатляющие размерами плод. Андрей Рязанцев шутит, мол, выросшая тыква, как из сказки про Золушку. Можно предположить, что с такой тыквой Золушка ездила на бал. Теперь с чудо-тыквы приходят фотографироваться внуки, рассказывают ее владельцы. Соседи тоже в шоке. На дворе засуха, а здесь такой богатый урожай. Нынешняя погода вообще не урожай. У многих вообще ничего нет в огородах. Это удивительно, что у этой самой Зины такая выросла чудесная эта тыква.
Тут кабачки даже что-то сохнут, и поливаешь, не растут. А у нее такая тыква, чудо-тыква. Теперь для рязанцевых главной проблемой стал вопрос хранения тыквы-гиганта. Ведь под кровать, куда обычно они укладывают овощи, такое чудо природы не поместится. Дарья Топчева, Александр Жерельев, служба новостей «Армавира». На этом выпуск завершен. Далее традиционный метеопрогноз. С ним вас познакомит Дарья Топчева. В студии была Марина Бартенева. До свидания и до новых встреч на телеканале ТНТ «Армавир». Имидж ведущий – магазин женской одежды «Лара», улица Азовская, 4 и Тургенева, 140, торговый центр «Оскар».